Делегация Якутии посетила штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже. Встреча состоялась в рамках реализации совместного соглашения, подписанного главой республики Егором Борисовым и генеральным директором ООН по вопросам образования, науки и культуры Ириной Боковой 2 года назад. В документе были определены приоритетные направления сотрудничества сторон до 2020 года. В этот раз стороны обсудили развитие таких совместных образовательных проектов, как «Кочевая школа» и «Учителя Арктики». В области культуры представители международной организации интересовались сохранением эпоса «Алан-Хо». Напомню, в 2005 году «Алан-Хо» внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Поэтому, в принципе, это вот «Учителя Арктики», как идет возрождение, как начиная с детских садов, в семьях, в школах, среди молодежи, среди вообще взрослого населения, как идет эта работа. И, конечно, они отметили, что работа с якутским эпосом «Алан-Хо» – это самый такой хороший, позитивный опыт во всем мире. Во многих странах ведется недостаточная работа. Вот, поэтому они попросили все отчеты, все методические пособия или какие-то книги, которые были изданы в эти годы, полностью отправить в этот сектор нематериального культурного наследия.